2000 лет католическая церковь доказывала нам свою правоту. Они говорили: «Видите, вас изгнали из вашей земли, вы не можете вернуться, потому что вы не приняли истинного Бога». Вот что они доказывали нам 2000 лет. Суть Освенцима не в том, что немцы убили миллионы евреев, а в том, что, убивая евреев, они смеялись над ними, говоря: «Где ваш Бог? Пусть он теперь спасет вас». Это то, что имел в виду Давид, когда говорил: «Как долго они будут смеяться над нами, говоря: где ваш Бог?» Как объясняет Раши, унижение еврея — это осквернение имени Бога. Чтобы понять это, вспомним еврейское выражение. В английском языке перевод не очень точный. Фраза «хилул хашем» происходит от еврейского слова «халал», что означает «пустота», «вакуум». Когда мы совершаем «хилул хашем», мы опустошаем мир, удаляя из него Бога, как будто его не существует. Ведь народы говорят: «Если бы в Израиле был Бог, он не дал бы нам сделать это его народу». Вот что такое осквернение Божьего имени. Итак, изгнание — сам факт нашей слабости. Погромы, крестовые походы, инквизиции и освенцимы. Все это есть унижение еврея. И осквернение имени Бога в национальном смысле.